В поликлинике Северной Осетии поступило новое медоборудование. Всего 14 единиц. Среди них аппараты ультразвуковой диагностики, техника для дезинфекции эндоскопов и офтальмологические тонометры. Оборудование купили в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. В целом в этом году планируют поставить 54 единицы медтехники, в том числе КТ-аппарат в 7-ю поликлинику. На эти цели выделили больше 370 миллионов рублей.